Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Тот, кто хоть немножечко играл в Shadowlands, прекрасно знает, что такое Торгаст. А для тех, кто не в курсе, немножечко расскажу. Торгаст – уникальная локация, где вы набираете интересные способности аниме, усиливаете своего персонажа в рамках одного похода и в конце получаете уникальную легендарную валюту. Звучит интересно, не правда ли? Но ограничения на эту легендарную валюту – неделя. Разок сходили, и все на этом. Более легендарную валюту, которая нужна для крафта легендарных вещей, вы не получите. И это грустно. В обновлении 9.1.5 все это дело будет исправлено, и игроки, которые реально хотят быстренько себе скрафтить легендарочку, при условии, если они, например, долго не играли, можно просто взять и ходить в Торгаст сколько угодно. Более не будет ограничения на получение валюты как пепла душ, так и новых углей душ. Тут можно рассмотреть две стороны. В этом как бы много плюсов, но есть один интересный минус. Давайте с минуса начнем. Вот эти помощники, поможем в прохождении Торгаста, начнут гнуть хорошенькие такие цены. Ну окей, это их уже дело. А плюсы то, что можно будет реально получать много и много валюты для крафта лег, для покупки драколов, то есть итемов, которые позволяют делать сокеты в вещах. В целом-то новость реально классная и замечательная. Но 9.1.5, оно будет только через месяц или два, и это уже поздновато. Люди и так нафармят себе нужное количество углей, нужное количество, тем более, пепла, ну и смогут купить там все сокеты. С другой стороны, для твинков, которые, например, только разовьются в 9.1.5, это будет круто. Ну и для вновь вернувшихся игроков это тоже будет классно и замечательно. Такая вот новость. Думаю, у вас есть что высказать насчет этого. Жду ваше мнение в комментариях. Я все высказал абсолютно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!